Кирилловка, утро, Азовское море. Постояла немножко, подышала морским воздухом. Сейчас пойду в магазин, куплю себе что-то из продуктов. Потом в конце видео покажу. Лежит, греется на солнышке. Сегодня 8 сентября 2021 год. Вот такой бархатный сезон. Все закрыто. Людей очень мало. Возможно, еще просто из-за того, что утро. Совершенно непривычно. Не забывайте подписываться, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Здесь я помню утро, уже 8 утра. Куча всего наготовлено. А в сентябре вообще не работает. Нужно еще купить воды. Возьму 5-литровую. Я уже говорила, я в Кирилловке. Да, даже когда я была на Черном море, все равно я воду всегда покупаю. С крана никогда не пью. Здесь в казанах готовили наподобие плова, много всего, а сейчас все закрыто. Хочу посмотреть, там где я рыбу покупала, открыто или нет. Здесь креветки летом продавали, видите, все тоже закрыто даже. Ни одного рабочего. Да и, наверное, днем тоже вряд ли будет работать. Так, рыбка моя закрыта. Ну, возможно, в принципе, это утро будет. Возможно, хуже. Есть вот такая только сушеная. А я хотела купить, я в июле брала листик рыбка наподобие омара, но дешевле. То вкусное, мне понравилось. И по цене нормально получается. Так, видите, все закрыто. Пусто, непривычно, необычно. Я с собой уголь привезла. Тот, что покупала большую упаковку. Вот как раз здесь вот. Половина пачки осталась, так что или сегодня, или уже завтра возьму мяско и пожарю шашлык. Я шампура с собой привезла. Магазин «Солнышко». А я иду дальше, следующий.
Здесь в это время уже всегда и шли толпы людей на море. Так, вот магазин, в котором я покупаю продукты. Так. Потом в конце покажу, что куплю. Так, вернулась. Вот такая температура. Это у меня на балконе. Вот утро. Так, взяла воду большую. 26 гривен. Так. Взяла хлеб. Хочу чай с хлебом и маслом. Взяла такая картошка. Картошка 9 гривен. Помидоры по 12, это самые дешевые. Розовые по 35 или 36 даже. Лук взяла на шашлык. Цену и не помню. И взяла масло. Грамм. Вот это 30 гривен. Пачечка масла маленькая. Вот такие покупки у меня. Всем хорошего дня. Всем пока.